щенопустишь, все комары тартараны. А коль же большого огня взять? Слыхал? Сам государь в народе объявился. Императрица, супруга его, Катюшка, заковать его было велела. Мертвым объявила, а он живой. Ходил по всей земле, всю правду видел. Уж такой не обидит народа. Бабки зову! Русский царь для вас добро сделает. А башкирам какое дело? Врешь, Исаул. У нашего государя пасынков нету. Все дети родные. Наши люди так говорят. Отец всем детям одну волю давал. Который сын не родной, две воли давал. Одна воля — голый гулять. Другая воля — гуляй без рубахи. Какую уж волю башкиры хотят? Наши люди, так говорят, землю заводчикам не давать. Лес рубить не давать. Лошадей штрафных не давать. Начальников, которые народ обижают, прогнать надо. Башку начальникам рубить. Башкирам больно жить надо. Как рыбы в воде плавают, как зверь в лесу ходит, как птица в небе. Вот что надо нашему народу.